Юные лидеры страны в Талазе посетили Кумбёс Манаса и другие исторические места области. По словам ребят, многие из них здесь впервые. В Талазе я впервые. Спасибо, Асоличи. Этот проект мне очень понравился. Здесь я впервые. Мне очень понравилась природа Талаза. Хочется больше таких проектов, потому что появляется больше возможностей. В проекте принимают участие ребята со всех регионов страны. «Юные лидеры» – это грандиозный масштабный проект, который консолидировал активистов из всех регионов, из дальних сел. Мы отбирали в течение полугода. Президент Кыргызской республики Садыр Нургуджиевич Джапаров поддержал этот проект. И на местах уже местная власть, полномочные представители президента осуществляли отбор, мы проверяли. Сегодня мы приехали в Талас. Моя мечта была, чтобы дети больше узнали истории об эпосе Манас, о самом Манасе, о прекрасной Ханыкей, увидели Гумбес и посетили малую родину Чингиза Турикуловича Айтматова, село Шекер. Также ребят познакомились с рабочими процессами на руднике Джируй. Они пообщались со специалистами о работе предприятия. Мы принципиально собрали, чтобы они позднее... Молодые лидеры страны встретились с полномоченным представителем президента Талаской области. В ходе встречи ребята задали их интересующие вопросы о его детстве и жизненном пути. Сейчас я мастер спорта по вольной борьбе. Хочу отметить, в школе я учился хорошо. В наше время было пионерство, и за хорошую успеваемость меня приняли туда раньше моих ровесников. Поэтому я окончил школу экстерном. Следующим местом, которое посетят юные лидеры, будут музей Чингиза Айтматова, расположенный в селе Шекер. Айзерек Акматова, Салиха Сариева, Эльхан Арстанбеков, Алатау 24, Талаская область.